если твоя музыка нравится всеми сразу. Это чаще всего ширпотреб. По своей манере работать французские режиссеры больше всего напоминают русских и те и другие ищут не только единомышленников, но и друзей, считает композитор Евгений Гальперин. На его счету музыка к десяткам фильмов, среди которых «Отечественная нелюбовь и битва за Севастополь», «Малавита с Робертом Деньера», «По воле Божьей Франсуа Азона», на этой неделе фильм вышел в российский прокат а также драма Дылда Кантимира Белагова, которая представит Россию в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Известия встретились с одним из самых востребованных европейских авторов. Бессон, Звегинцев и Фархади. Вы работали со многими режиссерами из Голливуда, Европы, и даже с иранцем Азгаром Фархади, дважды лауреат Оскара. Известия – на фильме «Секреты прошлого». Насколько схема работы различается в зависимости от континента? Самое интересное в искусстве происходит на стыке жанров. Голливудский кинокомпозитор Евгений Гальпери на работе над блокбастерами, искусстве продавать свое творчество и будущем киномузыке. Различия есть, но они связаны скорее с личностью каждого режиссера. Тот же Фархади очень сдержанный человек, все держит внутри, все обдумывает досконально. Он может перепробовать все возможные варианты, а потом вернуться к первоначальной идее. С ним мы каждую ноту рассматривали как под лупой, пытались подвинуть влево, вправо, поднять, опустить, но часто возвращались к тому, что я играл в самом начале. У Озона есть маска такого обаятельного Вундеркенда, которому все дается легко. Однако внутри у него постоянно идет бурление идей. Такие люди часто защищают свой внутренний мир какой-то внешней оболочкой. Из больших режиссеров, мне кажется, только у Андрея Звегинцева я ее не нашел. Он, наверное, самый теплый из тех, с кем я работал. В нем совершенно нет позы, при этом он крайне осторожен в работе и с огромной ответственностью относится к тому, что делает и говорит. Если уж обобщать, а мы все любим обобщение, как ни странно, среди режиссеров русских и французских наибольшее количество сходств. И в первую очередь это смешение эмоционального и профессионального. Желание не только работать, но и дружить. Почему-то французам и русским очень сложно без эмоционального подключения. При этом, кажется, у русских эта дружба более настоящая. Или, по крайней мере, более длительная. Фото, A1 Films, кадр фильма по воле Божьей а как у американцев все устроено. С Барри Левинсоном вы не ходили вместе в бар. У американцев все более прагматично. Барри Левинсон очаровательнейший и умнейший человек. У нас сложились прекрасные отношения. С режиссером «Человека дождя» Гальперин работал на двух проектах. Известие. Но там работа это работа. Если мы сидим в студии, смена начинается в 11 часов утра, то по русским и французским традициям невозможно не сделать паузу на обед, например, выпить бокал вина и поговорить. А с баре мы сидим до 6 часов вечера, никто никуда не выходит. Потом смена кончена, он идет в свою сторону, мы идем в свою. Закадровая политика, Энни Марикони сочинил музыку к 500 фильмам и останавливаться не собирается, как было с Люком Бессоном у него слава самого американского французского режиссера. Да, с ним мы работали в американском стиле к обоюдному удовольствию, но какого-то эмоционального сближения не произошло. Дело в том, что Люк Бессон очень авторитарен. Он король своего маленького королевства и от всех требует соответствующего поведения. Первая рабочая встреча у нас даже вышла несколько конфликтная, я едва не хлопнул дверью незадолго перед этим он сломал ногу и был в ужасном настроении. Не давал сказать ни слова, много говорил сам и требовал лишь односложных ответов. Я не стал это терпеть, прямо заявил, что раз мы работаем в первый раз, то у меня много вопросов, а разговор на уровне «да» или «нет» можно вести и письменно. После этого наступила долгая пауза. Я видел, капал под солба монтажера на клавиатуру компьютера я не преувеличиваю. Именно такая атмосфера может быть вокруг Люка Бессона. А потом Люк вдруг улыбнулся, сказал, что он все понимает, готов ответить на любые вопросы через пять минут, но сначала хочет понять какие-то вещи сам. В конце он уже хлопал меня по спине и даже давал советы, как надо беречь свое время. Часто люди недоумевают, почему я летаю на вертолете. Они не понимают, что мой час стоит очень дорого и за счет перелета я экономлю деньги. И ты тоже всегда бери такси, фирма оплатит. Колыбельная для голодных игр. Я где-то прочитал, что благодаря вам одна и та же славянская мелодия оказалась в голодных играх и в битве за Севастополь. Человек со звездой, Ханс Циммер приучил Голливуд к новым звукам. Как кинематограф стал источником музыкальных знаний. Эту музыку я как-то дал своей подруге Жульет Вильфлин, очень известному французскому режиссеру монтажа. Она, например, смонтировала все фильмы Жака Адиара, дал для чисто утилитарных нужд. Когда нет еще официального саундтрека, монтажером нужно иметь под рукой какую-то музыку. Так получилось, что Жульет позвали на голодные игры, и в черновой сборке она использовала мою колыбельную. И вдруг продюсеру и режиссеру она, что называется, пришлась по душе. Так бывает, что музыка, взятая откуда-то, вдруг идеально ложится на картинку. Если бы я с самого начала писал для голодных игр, конечно, я бы вряд ли подумал о славянском фольклоре. Композитору фильма, естественно, не понравилось, что в некоторых местах звучит не его музыка. Он предлагал свои варианты, но ничего не подошло, и колыбельная осталась. Мне просто попросили ее немного продлить. А как она оказалась в битве за Севастополь? Это решение случайно пришло в голову. В фильме есть сцена, где главная героиня, советский снайпер Людмила Павличенко, выходит на дуэль с немецким противником, будучи почти в бессознательном состоянии. Она потеряла всех любимых мужчин, разочаровалась во всем, фактически умерла сама. И мне показалась интересная идея, чтобы в этот момент зазвучал женский вокал, как будто голос мамы из далекого детства. Я поставил для примера ту колыбельную режиссеру Сергею Макритскому она понравилась, и он попросил ее адаптировать. Великий конспиратор, почему все слышали музыку Вангелиса, а про него самого не так уж многие, чтобы предлагать нечто новое и интересное, нужно сделать карьеру в блокбастерах, как Ханс Цимер. Только получив такую репутацию, ты можешь себе позволить экспериментировать. Если ты в таком положении предлагаешь что-то необычное, у тебя оно пройдет, а менее известного композитора просто уволят. Мне же лично делать карьеру в блокбастерах неинтересно. Хочется пробовать какие-то неожиданные вещи, и если есть варианты, я всегда предпочту экстремально авторское кино. Дополнять, а не повторять, я читал что Франсуа Озон предложил вам с братом-композитором Сашей Гальпериным поработать вместе, посмотрев не любовь Звегинцева. Это правда? То же самое мне сказал Андрей, но сам Озон никогда об этом не упоминал. Мне передали, что ему нас посоветовали сразу несколько человек. Он знал нашу музыку, слушал какие-то вещи, и мы довольно быстро нашли общий язык. Хотя Озон имеет славу режиссера Хамелеона, который легко меняет стили, он долгие годы работал с одним и тем же композитором. Но так как этот фильм ему хотелось сделать не похожим на все, что было раньше, то и в музыке он решил попробовать что-то новое. Мы с Сашей читали сценарий, и было понятно, что для него это какой-то новый и неожиданный шаг. Думаю, фильм обязан своим успехом в том числе и оригинальной форме, которая сейчас редко используется. Считается, что фильмы из не работают у публики, она любит цельные истории. Когда закончился джаз, каким мы запомним Мишель Олегрена, автор музыки к шербургским зонтикам и афере Томаса Крауна был прекрасным композитором и виртуозным музыкантом. То, на чем мы сошлись сразу, не нужно ничего мрачного. Драма и боли так уже были в фильме, а подчеркивать то, что уже есть, как минимум неинтересно. интересно. Музыка должна дополнять видеоряд чем-то своим. И мы решили, что она должна оттенять действия и предвещать тот путь к свету к освобождению от тьмы, который проходит все персонажи. У фильма есть религиозный контекст, с которым мы не собирались работать буквально, но какой-то отголосок должны были сохранить. В итоге в двух темах слышится отзвук религиозной музыки. Наверное, кажется, что главный инструмент фильма орган, но классический орган мы практически не использовали. На самом деле это звучит орган баши французский инструмент из стеклянных трубочек на которых играют руками, смоченными водой. Еще одна очень важная краска детский хор. Традиция церковных хоров мальчиков во Франции очень популярна до сих пор. Огромное количество детей, даже из не самых религиозных семей, пели и поют в хоре помимо прочего. Это такой вариант приобщения к музыке. Но для нас был важен контраст чистых, ангельских голосов, безоблачного детства с тем, что произошло в фильме. Франсуа понравились наши идеи, и он быстро все утвердил. Надо сказать, Озон деликатно работает с темой, но пронзительно на премьере в Берлине были люди, которые не могли сдержать слез. Дурной ангел, человек, наполнивший музыкой Твин Пикс. Анджела Бадаламенти начинал как сочинитель рекламных джинглов, а стал одним из величайших кинокомпозиторов конца Хаха века. Насколько я понимаю, у фильма были проблемы с выходом на экраны во Франции. Релиз, конечно, пытались остановить. Были даже заявления в суд. Например, женщина, прототип одной из героинь, просила отменить показ из-за использования ее имени. Но загвоздка в том, что во Франции ты можешь использовать имя кого угодно, если, конечно, не берешь за основу какую-то книгу, тогда нужно покупать права. Словом, мы были напряжены, но все кончилось благополучно. Картина прошла с успехами у прессы и у публики. У нее почти миллион зрителей, что очень много для такой драматичной истории. Конечно, отчасти помог приз в Берлине, картина получила «Серебряного льва». Известие, но главная тема срезонировала с огромным количеством людей во французском обществе. Мы только начинаем осознавать масштаб проблемы. Например, Франсуа говорит, что очень многие мужчины-актеры в детстве сталкивались с чем-то подобным, и именно пережитая травма, потребность выплеснуть эмоциональный груз и привела их в профессию. Это не афишируется, но это так. Долгое время считалось, что говорить о пережитом насилии либо стыдно, либо опасно. Сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Справка известия Евгений Гальперин родился в Челябинске в 1974 году в семье композитора Юлия Гальперина. С 1990 года живет в Париже. Учился в Высшей национальной консерватории музыки и танца. Написал музыку к более чем 60 фильмам часто в соавторстве с братом Сашей Гальпериным. За музыку к драме «Нелюбовь» Андрея Звегинцева братья получили премию Европейской киноакадемии.